напоминаем. Красную Югу. В этом бою победу одержал спортсмен из синего угла. Друзья, мы продолжаем. Рубен, здорово. Город Гусь-Хрустальный клуб «Единопор» Север-Юг. Тренер Николас Кочи. И победителем стал Владимир Тюрин. Спортивная школа «Выпил», город Ковров. Тренер Алексей Кошелев. Давай, давай, давай!
И будут змеи. Yeah.
Спортсмен из Красного угла. Итак, за второе. За второе место награждается Кирилл Вершавый. Кубки на борт «Хрустальный барс», город Хрустальный. Тренер Роман Котов, поддержим нашего спортсмена. И победителем стал Мухаммад Шоев, клуб «Единоборств Север-Юг», город Кольчугино. Тренер Магомед Ашурлаев. Победу одержал спортсмен из Красного угла. Итак, награждение спортсмена. Второе место в этом бою занимает Сергей Лебедев. 16 лет, первый разряд. Клуб «Единоборств Хрустальный барс». Тренер Роман Котов. И победителем стал Никита Новосёлка. Тренирует Никиту Николас Кочиев. Витя, просто загасите, я не убиваю. Витя, ну ты готов. Иди его!
А лучше там держит. Давай. Ши. Подними, кинь его. Ши. Давай, жми. Да, вот ты. Говорю. Хотя в Сочи я его не видел, но знаю, что он не убивает. Посмотрим, сейчас стоим. Да. Сюда он, на плечи. Красный угол. Попал, он согнулся сразу же, блядь. Чего он радуется-то, блядь? Давай, разозлись! Разозлись, Давай, давай, давай! Бей, 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 давай, бей, давай, бей, давай, давай! Бей! 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 Бей!
поединком, болевым нароком победу одержал спортсмен из Красного угла. За второе место награждается Максим Коробов, спортивная школа «Судогорец» Вяткина, тренер Анатолий Кузьмичев. И награждается победитель этого боя, представитель клуба «Динамор Север-Юг» города Бузхрустального. Виктор Казаков! Тренер Николас Кочев! Красный угол. И сам. Встречайте, без специали, правый кой. Улетит на тебе. Сейчас бой, Ну, что делаете? Что не хочет?
Ну, хотел на то попасть. Давай, 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 давай,
У вас сейчас будет бой набираться, я думаю, он будет так уже Либо за секунду ложил, либо ложил. Ну, были у него три дела. Больше, чем с тренером, чем мне кажется, мастер спорта не берет. Немного не так, как ну, обнимаешься? Нет. А, кресло? Право, очень странно. Все повторяются для низкого. Не спит-то. Не мама там была. Не мама там была. Не попить. Не да, ну, не все, окей, спасибо. Они на говной плита. На сотку задену. Это что раньше? Я сейчас не приседаю. Какие? Сейчас я. Я быстрее. Я не пойду. Я сделал. Да чего, мол? Я потом. А, да. Тебе не разрешат. Да нихуя, что, блядь, дай. Разные углы. Давай,
Победу одержал спортсмен с красного угла. Ой, синего, прошу прощения. Антон Линцаев! Леткина, спортивная школа «Судогорец». За второе место награждается Кочи. И награждается победитель этого боя Антон Мирцаев. Спортивная школа «Судогорец» Левкина. Тренер Анатолий Кузьмичев. Три раунда по три минуты. Первый раунд борцовской техники. Они делают. Они делают. Они делают.
Назначается экстра раунд. Полторы минуты. Все команды обнимаются. Экстра раунд. Победа присуждается спортсмену в красных шортах. Итак, награждение. Дмитрий, вернитесь. Вернитесь, пожалуйста, в октагон. За второе место награждается Дмитрий Шамиев.
Кубики, набор «Север-Юг», город Кустанай. Соперник из Сочи. Поддержим, поддержим спортсмена. И победителем в этом бою стал Ислам Чания. Кубки, набор «Север-Юг», город Юрий Польский. Ислам. Ислам, можно пару?